Прежде всего, это возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирования даже терроризма. Ну и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут, безусловно, стать рядовые граждане. Криптовалюты выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов. Таким образом, покупатели криптовалют могут быть вовлечены в противоправную деятельность. Ну и кроме того, по криптовалютам не существует обеспечений. В случае сбоя системы или надувания пузырей, как сейчас модно иногда говорить, по ним не будет юридически ответственного субъекта. Мы должны использовать преимущества, которые дают новые технологические решения в банковской сфере. При этом важно не нагородить лишних барьеров, разумеется, а создать необходимые условия для дальнейшего развития и совершенствования национальной финансовой системы. In the United States, copyright law allows for the fair use of copyrighted material under certain limited circumstances without the prior permission from the owner. Under the law, determinations of fair use take into account the purpose of the use, the nature of the copyrighted work, the amount and substantiality of the work used in relation to the work as a whole, and the effect of the use upon the potential market for the copyrighted work. Other jurisdictions may have similar copyright provisions protecting fair use or fair dealing. If you are uncertain as to whether a specific use qualifies as a fair use, you should consult a qualified copyright attorney. You have the right to take it down.